Ты не поверишь, что прямо сейчас открывается твоему взору. Это первый резюмирующий выпуск новостной ленты нашего сайта, который получил название «Итоги». Пусть тебя не смущает официальность названия, просто дело в том, что мы боги нейминга, и везде нашей аббревиатуре найдем применение. Еще и совпал запуск рубрики с выставкой GDC, так что в новостях проблем точно не будет. Давай уже смотреть, вернее ты смотреть, а мы показывать. Одно из главных событий не только для девелоперского междусобойчика, но и для всех нормальных людей. Это анонс шлема виртуальной реальности от Sony, что имеет рабочее название Project Morpheus. При этом анонсе у Джона Кармака, бросившего ID Software ради разработки Oculus Rift, должно было что-то где-то очень сильно сморщиться. Хотя вида он не подал и ответил анонсом Oculus версии 2.0. У обоих девайсов будет 1080p, помощь в определении позиции физиономии пользователя благодаря внешней камере и комплект беспроводной связи. Но у гаджета от Sony еще и супер-мега-объемный звук, которому двух измерений уже как будто маловато. Эффекты будут доноситься как сверху, так и снизу. Не самые молодые фантазеры уже вспоминают сцену занятия сексом из художественного фильма «Разрушитель». Но для ее воплощения в реальной виртуальной реальности придется все же подождать. Релиз изобретений из будущего на будущее же и запланирован. И в 2014 году не состоится. Там же, на слете кодеров образца 2014 года, счастливые посетители выставки стали свидетелями парада движков. Unity 5, Snowdrop, Unreal за четвертым номером, CryEngine. Чего там только не было. При виде технологического прогресса Егор Летов бы непременно подметил, что все идет по плану. Графон становится графонистее. Снежные горы, города, комнаты, леса и поля. Красота во все поля. Добро пожаловать в будущее. Челюсть не отпала на пол лишь при виде свежатинки от Unity. Зато контора едва ли не обвенчалась Geomerics. А значит, добротная модель освещения будет вшита прямиком в ядро движка. Пусть Unity не так красив, зато куда доступнее. Ждем инди-игры, обгоняющие на поворотах 3A-класс. Ты будешь смеяться, но со словечком Unity в первом выпуске итогов мы еще до конца не разобрались. Уже традиционно для французской бригантины под названием Ubisoft на борту судна обнаружилась неслабая брешь. Дырень уродилась на славу поклонников франшизы Assassin's Creed. Через нее в бескрайние просторы сети утекли первые скриншоты пятой части серии. Инфа не точная, неофициальная и все дела. Но при виде знакомого балахона все становится понятно. Поговаривают, поделка носит рабочее название Assassin's Creed Unity, а ее события будут протекать на родине Ubisoft образца 18 века, во времена Великой Французской революции. Главного героя будут звать Арно, но учитывая специфику его дислокации, правильно будет говорить «Арно». Будет ли он использовать для восстановления здоровья лягушачьи лапки вместо аптечек, пока не сообщается. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes вышел, и даже имеют место быть оценки западных СМИ. Поросячьего восторга в них не наблюдается, но средний балл очень даже неплох. Основная изюминка весьма непродолжительной поделки кроется, конечно, в прокладывании моста между двумя частями, следующей и предыдущей, и получении заветной информации, откуда у Снейка стильные бинты на лице и 9 лет комы в трудовой книжке. Так что для поклонников однозначный must-have. Честной Люд уже вовсю играет в Infamous Second Son, а критики выставляют проекту оценочки. Подавляющее большинство оценили проект выше среднего, так что риск потратить 2,5 штуцера впустую не так высок, как, скажем, при покупке того же Shadowfall. Second Son — один из самых ожидаемых проектов этого года, хотя бы потому, что на консоли нового поколения тупо нет игр нового поколения. Вот потихоньку начинают появляться.
Релиз Deus Ex The Fall, что раньше поставлялось только на iOS и Android, вышла на ПК на неделю раньше положенного срока. Радость по случаю преждевременных родов Эйдос Монреаль в наших краях весьма сдержанная, но если четверть тысячи деревянных решительно некуда тратить, спеши ознакомиться. Зато куда слать деньги тем, кто хочет получить в свое распоряжение первую главу графической новеллы по Ведьмаку, пока не ясно. Релиз комикса состоялся, Dark Horse собирает куш, а все россиянины глотают слюни. На официальном сайте можно заказать цифровое издание, и на этом пока все. И года не прошло, потому что ему еще предстоит пройти. Разверзлись хляби небесные, и компания «Микромягкость» объявила дату релиза Xbox One в странах СНГ. Уже в апреле! В апреле нам расскажут об этом релизе поподробнее, а сам релиз состоится в сентябре. Переживать не стоит, все равно на эту приставку игры не успели толком выйти. SimCity наконец получила обновление, позволяющее игрокам строить города, будучи неподключенным к этим вашим интернетам. Уже слышен шорох потирающих друг друга пиратских ладошек, но праздновать халяву рано. Города, построенные в одну персону, будут недоступны для игры по сети. И наоборот. Прогнивший Запад даже не подозревает, что все филиалы ада, вроде Сбербанка или РЖД, приходятся на матушку Россию. Так что вновь созвал голосование за самую убогую контору. И в номинанты снова попала отстойница ЕА. Напомним, что почтенный титул самой худшей конторы до этого доставался ей 2 года подряд. Лучший квест 21 века десантируется в PSN. Компания Daedalic Entertainment анонсировала адаптацию первой части Депония для PlayStation 3. Игра будет иметь ряд отличий от ПК-версии. Взять хотя бы прямой контроль над персонажем. Взял? А теперь верни на место и жди лета. Именно тогда состоится релиз игры на восточной приставке уже уходящего поколения. Кузня Valve не может никуя и сейчас усиленно занимается своей вот этой вот вроде бы как не приставкой, что на поверку получается очень даже приставкой. Встречай новый дизайн Steam контроллера, что также был показан на GDC. Он начинает становиться похожим на нормальный джойстик, вот уже и D-pad с привычными кнопками A, B, X, Y появились. Того глядишь, сенсорные панели скоро заменят на стики. В заключение горячей ленты лидеры продаж на территории СНГ. Юзеры ПК усиленно сметают с прилавков Titanfall. PS3 и Xbox пользователи вывели на первое место GTA 5. А в лидерах на PS Vita значится Killzone Наемник. Учитываются только физические копии. Конечно, мы не можем обойти стороной и столь знаковое событие, как открытие сбора средств на симулятор медведя. Еще не успел народ наиграться в симулятор камня, еще не релизнулся симулятор козла, а косолапая история уже собрала на кикстартере по 20 косарей бачей из планируемых 29 500. А ты уже скинулся? На следующей неделе мы запостим новую главу интерактивного романа «Виртас», так что не пропусти. А в гифте понедельника будет значиться «Сив». Просидишь на сайте неделю, и кто знает, может, ты станешь счастливчиком. А мы пока будем сворачиваться и объявлять дебют итогов закрытым. Но мы непременно вернемся. Будь с нами, будь в курсе. Пока! Кстати, 13 лет назад, 21 марта 2001 года, состоялся релиз Game Boy Advance. Так что мы объявляем Международный день прогрессирующего игрового мальчика и радуемся, что тебе есть что отметить на выходных. Давай,